Если деятельность ИП официально приостановлена, как будет платить взносы его владелец? Если ИП приостановил свою деятельность и у предпринимателя нет другого заработка, тогда он будет оплачивать по двум вариантам. Это у нас первое в качестве самостоятельного плательщика 5% от минимальной заработной платы. Это составляет 3500 тенге в 2023 году. Уплачивать единый совокупный платеж ЕСП в размере 1 МРП. Это составляет 3450 тенге в 2023 году для жителей городов Астана, Алматы и Шымкент. И городов областного значения – половина МРП для жителей остальных населенных пунктов. Это составляет 1750 тенге в 2023 году. Если индивидуальный предприниматель, который приостановил свою деятельность, работает по найму, то работодатель платит отчисления и удерживает взносы из его зарплаты.